Всем привет! Сегодня играем во Five Nights at Freddy's 4. А приветствие! Всем привет! С вами Альцезис и Гиган. И Вирузе. Ты за меня отвечаешь, а? Заколю! Он реально меня... У него нож! Кастрирую! Не надо! Чего, охренел? А как тут играть? Так, что? Смотри, я сейчас за Лешу играю. Вот, смотрите. Вот берете и смотрите. Эту ночь можно даже проходить на изи. Ладно, я сейчас. Понял, спасибо. Сейчас. Ну-ка, да, бля. Чё? Глеб, понимаешь, такая будет фигня? У тебя вся жопа в синяках, а будет еще второе место в синяках. И чё? Уже чего отрежу? Ух ты. Shadow. Fight. Three. Да, и это не реком, это просто кое-кто нас вводит в маркете. Да. А, Глеб, слышишь, знаешь что? Нет, не скажу потом. Ты замолчи. Я рекламу смотрю. Лёша. Сейчас звук вырублю. Лёша, поставь еще на паузу и пройди обучение, потом когда уже начнём. А что, это обучение? Да. Да блин, извините, пауза. Сама жизнь началась, он у меня проблема. Вот сидели, угорали, а это сидел вообще серьёзно. Сидел, обсирался, а вы тут сидели, угорали. Ну вообще плохо было. Лучше не надо снимать. Это вообще скучно пока что. Дай сюда. И я пока за Изизова поиграю. Дай сюда, слышишь? Скучно. А как назад? Ну? Да я знаю. И что это такое? Мне как-то страшно. Вот это было страшно. Я еще посрался. И понятно, теперь всегда, когда вы будете смотреть это видео, всегда одевайте подгузники. И наушники. От страха. Наоборот, наушники надеюсь, будут страшнее. Ага. И подгузники тоже будут страшнее. Всегда смотрите. Я если вам напиарю Гигнокешн, заходите на мой канал. Если вы зайдете, там будет какое-то видео, то вы будете тише, чем в обычном. Вы запомните. Пусть еще звук пердежа у себя в туалете. Запомните это навсегда. Ебать, зайди. Я что-то боюсь уже. Бич за босс. Бич за босс. Ты можешь себе спокойно добавить все ночи. Это ж первая игра? Или вторая? Четвертая. Хорошо. Нет, четвертая. Вторая. Ну, вторая ночь. Она чики сдох. Смотри, до самого начала ты берешь на курс обучения до 12 часов ночи. То есть
А потом можешь играть себе, ты понял? Ну что? Помните мое самое первое видео, когда гигант играл в страшную игру, а я угорал по другой игре самой моей первой. Она до скольки часов? Страхов. Чего я не могу зайти? Да ладно. Чего я не могу зайти? Бойся меня. Бойся. У тебя сейчас 2 часа да, ночи. На тебя уже выехали. А, ты до 2 будешь играть, вот. Точно. Ты до 2 часов, на тебя 2 часов ночи начинает охота. Угу. А, да, блин, уже 3 часа. Ну ты не пердел. Ну я не пердел, с ума сошел. Да, ты пердел. С ума сошел. А кто это? От кого это воняет? Никита? Нет, меня точно. Нет. Лёша, я вот... Вот тут мне нормально, я к тебе... Давай на тайгу смотри. Нормально? Лёша посел, пердел воняет. Лёша, реально, ты что, пукнул? Нет. Лёха. Вот Лёха. Я вообще-то не пердел. Нет. Лёша, я посрался! Это... Ой, что-то боюсь. Ну, о, 4 часа, у Дурима фасолиси. Кошка села на такси. С ума сошла. Осталось 2 часа. Я не хочу в этом доме жить, чтобы все это было. Это просто... О, блин. Да я тоже. А что ты думаешь? Поверь. Я поверю. Сейчас посмотрим. Только последний час. Молодец. Выиграл! Есть. Лёша обкекался. Я правда. Еще бы чуть-чуть. Хорошо. Стой. Я думаю... На этом видео заканчивается. Всем... Одна ночь заняла 9 минут, а мне только 12 ночь.
Блин, ну давайте его сделаем побольше. Хорошо, тогда продолжай. А я... Глеб, а что это надо... Тихо, я Грэнни буду снимать! Лёш, да хватит сиковать, что тут сиковать? Глеб, послушай, поиграй. Да я Грэнни сниму. Ладно, давай я играть буду. Хорошо. Три ютубера тут сидят. Да, два из них боятся. Один, блядь, просто сидит. Да я не секую никого. Я на тебя гляну, когда тебя споймают кексик. Алло. Извините, у нас была проблема авто. Извините, что у меня сорвалась съемка, но на этом мое видео заканчивается. С вами был Алексей Азизов. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока!